Ветреный дворик Юфен. Ешь сама. Жильцы убираются здесь сами? Тетя Гуй отвечает за общую территорию. Вполне уютно и тихо. Я стояла возле твоей комнаты и увидела Си Джияо. Он живет по соседству. Я спросила его, он рассказал, что много лет работал в Пекине в инвестиционной сфере. Он работал в Пекине после окончания университета. Недавно была годовщина смерти его дедушки. Приезжал его папа, видела его лишь раз. По словам папы, их семья не очень поддерживает его приезд сюда. В их сознании дети из деревни не возвращаются, если только им не слишком тяжело. Я гуляла по деревне и не видела здесь много туристов. Посмотрим через пару лет. Когда у деревни будут слава и репутация, книжный магазин Шаохуа, все будет иначе. Не обязательно. Во многих хороших местах нет посетителей. Есть такая вероятность. Но я верю, деревня станет лучше. Си Джияо пришлось нелегко. Смотри. Все в деревне идут к нему, когда у них проблемы. Но своим бизнесом он должен заниматься сам. Но он всегда веселый и никогда не жалуется. Люди думают, что у него легкая жизнь. Что? Посмотри, как усердно он работает и тяжко живет. А ты? Когда найдешь работу? Может, подожду еще месяц? Подожди, когда я приеду и помогу родителям переехать. Тогда пойду искать работу. Вернешься в Пекин? Не хочешь в Шанхай? Я думала об этом, но хочу жить в Пекине. Вообще-то в Шанхае есть свои преимущества. Пятизвездочные отели повсюду в районе Хуанпу. И у твоего зятя там старая квартира. Арендатор собирается съехать. Если хочешь, приезжай. Приберемся там для тебя. Муж сказал, если оплатишь ремонт, коммунальные услуги и будешь время от времени играть с Линдан, этого достаточно. Наверное, идея наших родителей. Ты говорила об этом с ними? Ага. Видишь, мы с мужем в Шанхае. Случись что-то, мы поможем друг другу. Спасибо за любезное предложение. Не думаю, что стоит беспокоить вас.
У меня уже есть идея. Знакомый в Пекине работает специалистом по персоналу в 5-звездочном отеле. Хочет пристроить меня в отделе подготовки кадров. Хорошо, если у тебя есть парень в Пекине, не буду отговаривать. Но что у тебя есть в Пекине? Ничего, но я привыкла там жить. Кажется, ты привыкла и к здешней жизни. Я знала. Ты приехала читать нотации. Думаешь, я читаю нотации? Конечно. У нас в семье четверо. Мама — наш президент. Папа — генеральный менеджер. Ты — начальник отдела. Только я — наемный работник. Верно? Президент ушел в отставку, и ты взяла все на себя. Поэтому мы должны докладывать тебе обо всем. Верно? Разве ты обычно не читаешь мне нотации? По твоему определению, я помощник президента по поручениям. А ты явно босс, недавно вступивший в должность, капризный и упрямый. Президент и генеральный директор ничего не могут с тобой поделать, даже боятся тебя. Хотят, чтобы я была между вами. У меня неблагодарная работа. Папа и мама боятся меня? Ага. Они боятся тебя, считывают по твоему лицу. И неравнодушны к тебе. Попросили меня быть с тобой помягче, потому что я старше. Когда ты была со мной помягче? С чего бы мне быть помягче? Почему я должна? Ты Плакса. Плакса? Ага, Плакса. Помнишь, в детстве ты плакала, когда курица умерла? Когда кролик умер? И даже когда умерла золотая рыбка? А еще хна. Ты плакала, когда я взяла немного хны покрасить ногти. Меня ругали каждый раз за твои слезы. Ты убила золотую рыбку, потому что дала ей слишком много еды. У кролика была диарея, и он умер, потому что ты накормила его овощами. И ты даже не оставила мне хны. И ты еще обижалась? Это мама убила кролика и переложила вину на меня. Сколько раз я тебе это говорила? Ты его тоже кормила. Посмотри на себя. Не говори мне смотреть на себя. Ты как папа. Я не буду. Не поеду в Шанхай. Почему? У меня там много связей. Я не хочу туда ехать только из-за тебя. Ладно, так лучше. Не буду волноваться за тебя. Если собаки грызутся, шерсть на зубах. Не говори, как бабушка. Доедай. Мам, я все равно сказала то, что должна была. Она хочет вернуться в Пекин. Доу всегда заставляет нас беспокоиться. Теперь она даже не слушает тебя. Когда она вообще меня слушала? Что не так с Доу? Мы не знаем, чего она добивается. Ничего, она похожа на бабушку. Мама, Линдан говорит, как ты. Сказала, мы с Доу похожи на двух грызущихся собак. Прошло всего 2 дня, а вы уже воюете? Как мне ее победить? У нее острый язык. Она назвала тебя президентом, папу менеджером, а меня начальником отдела. Мы все дисциплинируем ее. Разве это не здорово? Президент, есть одна проблемка. Я не думаю, что это проблема, но стоит сообщить тебе. Не тяни, скажи мне, что там. Помнишь человека в видео Доу? Это председатель Се. Я заметила, что Доу неравнодушна к нему. Правда? Но он так далеко от нас. Похоже, Доу не хочет развивать их отношения. Помнишь ее бывшего парня, Кеджи? Он хотел перевести ее в отель подальше от центра города, но она бросила его. Так что не переживай, Доу не пойдет за мужчиной и не останется ради другого человека. Мы не знаем, хороший ли у него характер. Ей пора создать семью. Все в порядке. Мама. Ладно, мам. У меня дела, нужно идти. Ладно, ладно, не буду мешать работе. Папа пошел за продуктами. Приготовим пельмени для Касинь. Хорошо. Пока. Тетя, что случилось с Доу? Как она? В порядке. Она в отпуске в Юньнане. И Ми тоже поехала туда со своим ребенком. Как мило.
Когда Дол и Эми были маленькими, у них обоих был вспыльчивый характер, они все время ссорились. Тебе легко говорить, как будто ты никогда не ссорилась с Дол. Что ж, врозь они скучают друг по другу, но при встрече ссорятся на третьей минуте. Верно. В нашей семье у девушек скверный характер. Если у Кэсинь будет девочка, нам станет веселее. Лучше не надо. Сяо Чунь пошла на склад. Хуэлло делает здесь домашку. Линдан не пошла играть? Работает? Что ты делаешь? Играю в Го. Я посмотрю, как ты играешь, конечно. Председатель Се, ты здесь? Кундо, закончились апельсины, нужны еще 5 кэти. Я скажу. 5 кэти? Это тяжело, я с тобой. Ты не занят? Нет. На-на, ключ. Председатель Се, велосипед внутри. Подожди меня здесь. Пять кэти. Очень тяжело. Пойдем. Идем. Что не так? Поссорилась с сестрой? Мы не ссорились. Она не уговорила меня. Не уговорила? Насчет чего? Родители всегда хотели, чтобы я работала в Шанхае. Сестра узнала про увольнение, вот и убеждает поехать в Шанхай. Думаю, родители хотят, чтобы вы помогали друг другу. Ага. Но если я поеду в Шанхай, мы не будем помогать друг другу. Только сестра будет помогать мне. Она возьмет все на себя. Я буду как паразит. Даже если зять согласится, у него большая семья в Шанхае. Узнай они, что он заботится о сестре своей жены, попросят его позаботиться о кузенах и других родственниках. Ты пока даже не замужем, зачем столько думать? Я не испытала этого на себе, но наблюдала это. Вы с сестрой похожи на пару с отношениями любви-ненависти. Заботитесь друг о друге, но гордость сильно мешает вам. Я с ней поговорила, но она разволновалась. Слушай, ей не нравится ее поездка, она работает и все время на телефоне. Занята как пчелка. Когда я говорю с ней, она игнорит. Если занята на работе, зачем приехала? Читать нотации. Могла бы просто позвонить. Я имею в виду, она проделала долгий путь, страдает горной болезнью, головной болью и кровотечением из носа. Кровотечение из носа? Хозяин гостевого дома. Я позвонил, потому что хотел, чтобы он хорошо позаботился о Хунми. Он сообщил, что Хунми позвонила посреди ночи и попросила обезболивающее. При уборке комнаты нашли наволочку в крови. Ты должна видеть суть за поверхностью. Она беспокоится о тебе, узнав про увольнение, решила узнать, как твои дела.
Это координата. Хорошо, госпожа эксперт, ты знаешь, что это координата. Это тебе. Чай с радиолой. Улучшит иммунитет. От бабушки в деревне. Это тебе. Я протерла. Не грязно. Но цвета потускнели. Это хорошая вещь. Дорогая. Не спеши выпить. Полезно для здоровья. Так много. Я недавно купила. Совсем новый. Хорошо. Погода сухая. Пей больше воды. И усердно работай. Хорошо. Возьмусь за дела. Ладно. Так вкусно пахнет. Добавили розы? Да. Так много приготовили? Немного. Еще нужно поделиться с соседями. Попробуй. Я принесу еще несколько. Попробуй, вкусно ли? На вкус как розы. Попробуй. Сделай глоток. Вечером угостим твою сестру ужином. Пусть попробует. Знаешь что? Я обнаружила после того, как попала сюда. Неважно, куда я иду, никто не отправляет меня с пустыми руками. Не сомневайся, когда уедешь отсюда, я не отпущу тебя с пустыми руками. Что ты хочешь мне дать? Скажи, чего ты хочешь? Что-нибудь сойдет? Все, кроме денег. Не волнуйся. Я попрошу только то, что у тебя есть. Они пришли. Ну помогу. Вот, возьми это. Да, берите любой. Хватит играть. Мойте руки и готовьтесь к ужину. Линдан, пошли. Секунду. Посмотришь, что у меня сзади на шее? Не шевелись, там пчела. Убери ее. Улетела? Не трогай. Тебя ужалили? Дай Надеюсь, посмотрю. Нет. Нет, верно. Ужин готов. Идем. Хунми, это розовое вино от бабушки в деревне. Попробуй. В ее доме много больших чанов, все с вином. Попробуй. Да, если кто-то поженится, готовится заранее. Хорошо. Этот бокал вина за мои проводы. Уезжаю завтра утром. Думала, ты уедешь послезавтра. Мне сообщили о деловой поездке в Пекин, а послезавтра вернусь в Шанхай. Ты говорила с Линдан? Мой помощник едет с нами. Я планировала показать вам старый город. Не стоит. Я здесь не для осмотра достопримечательностей, а чтобы читать тебе нотации. Спасибо за угощение. Я доставила вам неприятности. Нисколько. Надеялся, останешься подольше. Это невежливость. За тебя. Ми, пей меньше. Командировка. Вкусно? Приготовленное из розы, что ты назвала уродливой, когда проезжали мимо розария. Я так сказала? Да. Когда проезжали мимо. Не делай вид, что не помнишь. Председатель Се тоже слышал. Я не слышал, я вел машину. Председатель, давай. За удачу в бизнесе. Спасибо. Тетя Хунми, а когда вы снова привезете Линдан? Мы можем больше не приехать.
Мы приехали сюда на экскурсию, в следующий раз поедем куда-то еще. Разве мы не навестим тетю Хундоу? Тетя Хундоу тоже приехала на экскурсию. Это не важно. Когда будете дома, сможете видеть друг друга в видеозвонках. Ага. Созвонитесь. Давайте есть. Хунми, выпей медовую воду. У рисового вина мягкий вкус, но это все же вино, ты едешь в командировку. Приедешь в Шанхай. Сначала выпей это, хорошо? Приедешь или нет? Я заеду, когда буду свободна, хорошо? Я знаю. Ты меня ненавидишь. Я не ненавижу тебя. Ты меня ненавидишь. Не хочешь приезжать туда из-за меня. Это единственное, что ты запомнила. Это моя вина. Не стоило так говорить. Знаешь, что я имею в виду на самом деле? Я не хочу доставлять тебе хлопот. Ты не хочешь доставлять нам хлопот, но хорошо ли ты справляешься со своей жизнью? Ты даже не сказала нам, что уволилась. Ты и сейчас мне ничего не говоришь. Я могу узнать про тебя только из твоих моментов в WeChat или от твоих друзей. Я скучаю по тому времени, когда мы были детьми, ты всегда... следовала за мной. Маленькая Хундоу. Я так зла на тебя. Ты сумасшедшая? Зачем меня бьешь? Я хочу... сумасшедшая. Хочу ударить. Я буду отбиваться. Ударю. Она пьяна. Зачем терпишь это? Убегай. Я расскажу маме и папе, как ты ударила меня. А я расскажу, как ты пристрастилась к алкоголю с бутылками в школе. Когда это я пристроилась к алкоголю? Верно. Ты говоришь про бутылки с посланием? Вы двое. Я доложу на тебя. Не слишком зацикливайся. Ничего. Это задний двор. Построена основная часть здания, всего 8 комнат. У самой маленькой площадь 40 квадратных метров. Посмотрите. Наверху есть 4 люкса с довольно хорошим видом. Босс позиционирует его как семейный бутик. Звучит неплохо, да. Босс сказал, основной корпус здания и внутренняя отделка проектировались одновременно. Если нужно, он предоставит чертежи конструкции. Мы осмотримся. Осмотритесь. Налей еще. Хуан, это тройной эспрессо. Больше нельзя пить, иначе не сможешь уснуть по ночам. Смотри, сколько заданий я получила за день. Если бросить подушку в свинарник, тут же засну на ней. У нас есть cold brew, варится весь день. Может, сменишь вкус? Хорошо. Это она? Интернет-знаменитость? Что такое? Кто-то фоткает меня. Откуда вы? Мы приехали из Шанхая. Шанхай?
Почему решили приехать сюда? Мы видели ваш снятый рекламный ролик. Вживую выглядите еще лучше. Рекламный ролик? Да. Так что вы думаете о нашем месте? Очень здорово. Мы только утром приехали. Хотим побывать в красивых местах из рекламного ролика. Ага, я знаю эти места. Знаете, могу отвезти, ага. Добавлю вас в WeChat, давайте. Конечно, отлично. Нам нужно идти, пока-пока. У тебя фотофобия? Что-то вроде того. Неужели раздражает, что такую красивую девушку снимают незнакомцы? Я красивая? Тогда скажи, почему я красивая? Ты красива в скромной манере. У тебя скрытая красота. Не понимаешь, насколько ты красива? Хорошо звучит. Не дерзи. Ладно, нужно идти в сельком. Кстати, я упаковала тебе. Спасибо. Не забудь попробовать мое блюдо. Вкусить твой яд. Тебе лучше найти Ся-Ся. Мне пора, пока. Увидимся. Она ушла утром. Кондоу совсем не похожа на сестру. Ты тоже видел ее? Она была в мастерской. Деревянную картину, что висела на стене, 2 года вырезал учитель. Самое дорогое сокровище, она купила ее. Я видел имя получателя Сюй Хунми. Я спросил, сестра ли она Хундоу. Она кивнула. Скажи Сяо Лань поскорее убрать из интернет-магазина. Не волнуйся. Я сказал, как только она купила. Неизвестный номер. Алло, кто это? Да, ветреный дворик Юфен. На краткий срок. Вы с кем-то или одна? Девушка, верно? Когда вы приедете? Хорошо, я запишу. Подождите. Сначала они не разрешили мне петь свою песню, просили спеть их. Я сказал, подождите, подождите. Сначала послушайте мою, не понравится, я спою вашу. Потом я начал петь. Начальник сказал, хорошо, хорошо. Фу, хватит, мы поняли. Тогда ты спел свою песню? Нет, я спел их песни. Свою не посчастливилось. Два Вань. В масть. Извини. Бабушка, поджидаете кость? Нет, у меня нет пары. В масть. Три Вань. Не подглядывай. Я просто помогаю тебе. Спасибо, не надо. Я выиграла, поджидая кость в последнем раунде. Неплохо, Хундоу, вот повезло. Давай. Хорошо, можешь выиграть с этим? Я все равно выиграю. Яо! Тетя Фэн, мы здесь. Играете в мадзян? Вот, у меня Здрасте. Овощи. Я была на ферме днем. Их так много, спасибо. Свежие. Нет, нет. Давай за меня. Нет, я не играю. Я немного посижу с бабушкой. Тетя Фэн, поиграйте. Не дайте ему играть, он проигрывает. Я пытался дать тебе победить. Что ж, играйте. А я пойду заварю чай из лайчи. Кондоу, ну как там? Где чай пуэр господина Ма? Почему хочешь чай пуэр на ночь? Это лайчи. Зачем спрашивал? Играйте. Не играй этим, сыграй вот так. Сейчас открою. Но я не вижу ее на столе. А если она у них? Извините, у вас свидание? Тогда сыграю так. 7 кругляков. Мостик. Ты новичок, не вводи меня в заблуждение. Подло. Именно. Нет, тетя Фэн, нечестно играете. Вы правда перешли черту. 4 Вань. Бинго. Бабушка, ты... Еще не время для этого. Но, по крайней мере, я выиграла. Чисто одна масть. Вы, ребята, шептались друг с другом. Это все ваша вина. Новичок. Какая жалость.
Надолго собираетесь остаться в этот раз? Завтра. Встреча с мастерами чая, а вечером вернусь в Пекин. Она уезжает? Она уезжает? Уже начали есть? Это для нашей новой соседки, хорошенькой девушки. Оставляйте на столе скорлупки от семян и арахиса. Она решит, мы ее не уважаем. Успокойся. Почему ты так взволнован, когда видишь девушку? Что, по-вашему, взволнован? Да, я взволнован, ясно? Я просто счастлив. Что, если новая соседка влюбится в меня? Тогда у нас будет сладкая история любви. Это хороший чай, но меня так тошнит. Ну же, давайте. Позвольте сказать вам, с тех пор, как вы начали свой бизнес, вы стали таким вульгарным. Вы больше не глубокий человек. Идите, готовьтесь. Проведите чайную церемонию для нашей новой соседки. Тьфу! Кундоу, давай. Что? Возьми. Поняла? Когда я спою эту часть, встреча с тобой, как бамбуковый лес, встречающий раннее лето. Птицы встречают волны и пустыня. Какая сговорчивая. Верно, верно, именно так. Идеально справляешься. Слушай, ты должен стоять на коленях за дверью. Самый эффективный способ. Вы такой неприятный. Что не так? Не двигайся, я помогу тебе. Она здесь, здесь, устраивайтесь. Улыбайтесь, покажите свои улыбки. Син-син тоже здесь. Где наша новая соседка? Позвольте представить, наш новый арендатор и ваша новая соседка. Я ваша новая соседка. Сюрприз! Идите в комнату. Нет, уходим. Что с тобой, Ху? Что ты делаешь? Я просто пошутила, расслабься. Синь-синь, ты правда переезжаешь? Ее комната протекает, нужно починить крышу. Она останется здесь на 2 месяца. Ху, не расстраивайся. Через пару дней въедет арендаторша. Уверен? Уверен. А когда? Не пригласишь меня? Я не это имел в виду, Хуан. Но ты играла. С моими чувствами. Синь-синь, садись. Господин Ма проведет для тебя чайную церемонию. Я помогу распаковать вещи. Хорошо. Нана сказала, ты заправляешь кровати. Научишь меня? Я заправлю твою постель. Хорошо. Тогда спасибо. Ты уезжаешь? Я сказала Яо, что пока не буду волонтером. Возьму выходные. Ты вернешься? Да. Я приеду к вам в гости. Что же будет делать Яо? Придет новый волонтер. Он будет в порядке. Ты оставляешь Яо? Да. Ты... Продезинфицировал? Не волнуйтесь, все простерилизовано. Отправим 10 бутылок сестре Хундоу, этого хватит? Отправим еще немного, если они ей нравятся. Этих пока хватит, захочет, пришлем еще. Точно. Сяо Чунь сказала, срок аренды Хундоу истекает, и она его не продлила. Да, она уезжает, чтобы найти работу. Итак, что происходит между вами двумя? Нет. Мы опровергли слухи, и нам никто не верит. Итак, для твоего сведения, я попрошу Сяо Чунь найти еще людей и попытаться помочь вам. Посмотрите на меня, есть у меня время на отношения? У девушек тоже нет времени на отношения, все совмещают это с работой. Кое-кто заинтересован в Сяо Чунь. Кто? Поставщик. Он столько звонил ей, я слышала, как он приглашал ее на свидание. А что ответила Сяо Чунь? У меня нет времени. Знаешь что? Одному утомительно ходить за водой. Найди кого-то, кто разделит с тобой работу. Вы, молодые люди, пожалеете об этом в будущем. Налейте вино. Давай. Thank you.
нужно ли дать тете Баппин деньги? Она выгонит тебя, если дашь ей денег. Я не могу все время брать ее вещи бесплатно. Она обрадуется, если скажешь про ее вкусное вино. Ха-ха-ха-ха. Понимаю, она как моя мама. Кстати, бабушка просила узнать, что ты хочешь съесть завтра. Мне нравится все, что она готовит. Хочешь рисовую лапшу на рынке завтра утром? Я не встану так рано. Я разбужу тебя. Давай, попробуй рыбный суп. Я добавила туда травы. Ты всегда так занят. Съешь что-то питательное. Положи сюда, бабушка. Обращаешься со мной как с ребенком. Скоро похолодает, вот. Прекрасно, хорошо. Я съел. Оставь здесь. Так много. Думаешь, я свинья? Какие глупости. Нужно заботиться о своем здоровье. Не скрывай этого. Я уже видела. Нет, просто думаю, хорошее фото. Посмотри на эти милые большие глаза, не пойми неправильно. Я что-нибудь сказала? Поймала тебя. Не забудь поесть. Бабушка! Не говори об этом другим. Хорошо. Скоро выйду. Прогуляемся? Хорошо. Жди меня. Ты в новой рубашке? Нет, купил в прошлом году. Сними бирку. Пойдем.
Ты что, накрасилась на завтрак? Я? Нет. Только накрасила брови, нанесла кушон, помаду и распылила духи. А? Ты снял бирку? Хочешь этого? Для чего это мне? Тогда не спрашивай. Не нужно смущаться. Знаешь что? Как-то мы с Чинь Нансин пошли по магазинам, и я купила платье. Но вышла на улицу, надев его задом наперед. Кто это обнаружил? Моя шея. Я задыхалась. Сделала такую глупость? Пользуешься парфюмом? Это медовый гель для душа. У тебя нос и щейки. Вкусно пахнет. Какой бренд? Старый, отечественный, недорогой. Рисовая лапша готова. Вкусно? Я видела на рынке, как Хун Доу и Яо ели рисовую лапшу. Они были довольно близки. Позапрошлой ночью я ходила играть в мадзян к Яо и видела их вместе. Они были близки. Не будем предполагать. Хун Доу сейчас не работает волонтером, и она не продлевает аренду. Да, не думаю, что между ними что-то получится. Мы все были там. Видите, какие уловки они используют? Не получится? Кто поверит? Скажем так, эти двое нравятся друг другу, но место не то. Хун Доу вернется в Пекин. Она не привыкнет к жизни здесь? Не совсем. Хун Доу просто отдыхает здесь. Она не задержится надолго, так что нашего места нет в ее планах. Понимаете? Понятно, не привыкла к деревне. Дело не в этом. Их отношения не были развиты до такой степени, чтобы она рассматривала вариант, привыкнет ли она к жизни здесь. Тогда пусть развивают их. Они не смогут развить их дальше. Она не приспособится? Нет, это не главное. Разве ты не понимаешь? Хун Доу родом из большого города. Как она может поселиться в деревне? Значит, не привыкла к этому месту. Да, ты права, разумно. Разумно. Узко мыслишь. Возьми мясо.
的地方。